Всем привет, с вами Артур. Продолжаем проходить Kingdom of Amalur: Reckoning. Перед частью, опять же, починился, излечил болезнь какую-то. И сейчас мы попробуем добежать вот до этого босса Колмера. Ну и потом, я думаю, нам могут дать еще какого-нибудь босса, и так будет продолжаться постоянно. Надеюсь, мы легко до него добежим, никто на нас не нападет. Хотя могут, наверное, после нового захождения в игру часто монстры восстанавливаются и начинают нападать. Но, похоже, мы пришли. Да, это я уже был. Тут еще и сундук, по-моему, есть. Это будет та еще битва. Ладно, попробуем использовать это. Не сильно мне это помогает. Ладно, это бесполезное говно, а не заклинание. Славненько. Только я поушенов не докупил, вот это проблема. На что этот сундук тут открывается? Нет, он открыт. А хотя вот, открыли. Один из пяти. И бесполезные вещи в нем были. Так, чё ж я парюсь? Угу. Мне кажется, где-то рядом с этим зданием тоже есть сундук. Может быть, даже здесь или где-то тут. Но... сейчас я быстренько пробегусь. Вот, возможно, здесь, за углом. Да, он светится. Возможно, он и есть. Все я точно не найду, но хоть часть... В любом случае убиваем великих монстров. Нас посылают в разные закоулки этой локации. А потом, может, еще в какой-нибудь данжен пошлет упорты. You have slain Smiler and Colmere, both formidable enemies to be certain, yet mindless things, easily outwitted. The real challengers are these Jotun. There is a Jotun, a chieftain not far from here. Malgar is his name. Talarain must be rid of him. Be cautious. They may appear brutish, but the Jotun are much more intelligent than the other creatures you may have seen in Talarain. Ну, не особо. Well.
Perhaps we shall speak later. Ну, надеюсь, если мы будем тут немножко пробежаться, подняться наверх, и мы как раз попадем, по-моему, туда нам надо, да? Нет, вот туда. Куда-то. Ладно, спрыгнем тут и посмотрим. Наверное, вон туда, наверх. Ну и тут тоже может быть один из сундуков. Надеюсь, я верно бегу. Нет, определенно нет. Блин, там еще врагов дофига. Возможно, два помощника. Тогда это будет сложнее провернуть. Возможно, нити судьбы эти мне помогут. Как это... Если я, конечно, добью до того предела, когда уже можно использовать... Это будет особенно, когда я использую восстановление здоровья вместо 4. Да вы издеваетесь. Надо как-то выманить одного. Вы что? 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 Что за бред? Их 8? Да ладно, удачи. Ладно, попробуем убить этих. Если сможем их убить, у нас явно восстановится магия наша. Или не восстановится, но... Это было жестоко. Отбегаю, а там еще 3 сзади. Весело они живут. Ну, кстати, простых легко убить, но вот пухлого явно будет сложно. Давай, иди сюда. А, ну, конечно, когда тот побежит, и все побегут. Думаю, я так не справлюсь. Ну ладно, с одним, может, как-то исправимся. И, конечно же, восстановилась эта магия. Угу. Ну ладно, пригодится, возможно, на следующем враге. Фух, это жестоко. Надо будет
сгонять за поушенами. А то так я и не переживу следующего босса. Не, ну у нас есть нити судьбы, в любом случае переживем. Достал спать, убей же кого-нибудь. With Malgar out of the way, all that is left to remove from Talarain are the dregs. That should only take a few years. Well, so be it. Take the money you have earned. А, все, отлично, уровень. И чтобы нам прокачать убежденица. Люблю убеждать. Ну, вот так вот. Самое то. Потом можно будет на ловкость перейти. Ладно, что у нас за задания тут остались? Мы тут не были... В заставе. Но нас туда и не посылали. Я думаю, отсюда пошлют. Что ж, это идея. Можно туда изгонять. Почему нет? Там и ремонт есть. Правда, он нам особо не нужен. Нам бы поушенов побольше. Может, какой-нибудь магазин и есть. Блин, сколько тут заданий. Почему я сразу сюда не пришел? Welcome. Hey, what's all this? An artifact stolen from the vault, and it turned up in Lorca Ray. I see. You want to start with the vault itself. I'll dispatch Oathblade Gwyn Anway to guard it. Meet her there when you're ready. The vault lies south through Talarain, on the way to the walls. Head south through Talarain. Then, good luck. You might need it. Paying business, as long as it's important, mind. You'll want to see Grian Shane, the Castellan. The contract board is my responsibility. That and keeping things clean and proper. Aye, it's open to all. You've got one done, come to me for your gold. Simple as that. That I do. Any soul who's willing can take a contract. When it's done, just come... Good night to you. Опять при квестах. Ладно. Тут у нас кузнец. Может, он нам немножко что-нибудь допочинит. Let me guess. Another day in the life of Helmgard. It's the prettiest blacksmith. Да, много я денег трачу на починку все же. Well, hello. Grian promised that you didn't come to hear the quartermaster. Ну, поушены. Хочу поушены. Пусть тут будут поушены. Нифига тут этих вещей. Что за херня? Одежды сколько. Ну, а поушенов, конечно же, нет. Сколько стоит набор для ремонта? Дешево. Надо брать ремонт, наборы для ремонта. Так, что мы можем продать? Ох, я могу вечно крутить так. Все, до свидания. Сколько у меня места? 47. Занято. Ну что ж, не так и плохо.
сейчас выйду на улицу и офигею, сколько у меня опять квестов. Welcome. Но может все не так печально. Да, все не так печально, что это посетить древнее убежище. Ага. Это у нас вернуть обручальное кольцо. Тут у нас новый квест, сюда мы можем переместиться. Ну что ж, отправляемся в Долфвейл. Сундуки я тут искать не буду, эти пять уж точно. Как-то без места их локации очень сложно сейчас будет. Я, конечно, могу включить видео, которое я уже сделал, посмотреть, где я их находил, но... Есть ли в этом смысл? Так, ну говори. I need you to escort me to the Solemn Bell in order to stop the bones of my ancestors from hunting me. А у него много предков, я думаю. Толпы просто. Так, а почему? Почему бы тут не пойти? Ну ладно. Пусть ведет. Мне все равно, как идти. Они сейчас полезут. The solemn bell. The ritual says I must speak the magic words to make it ring several times and announce my intent on leading the Skate family. To battle, I'm to peace. Yes, that is what I meant. Leading them to eternal peace. Stay quiet. По-моему, этот ушлепок хочет их оживить. А чё вы на меня нападаете? Его убиваете? Ой, чувствую, придется нам его убивать потом. Лень такая. Набралось же в этом мире ушлепков, которые хотят править миром. Тут Туата все равно всех убьют, что он парится. It is as I feared. The Scrivener is here after all. I cannot go in that room. Not while he is there. In life, he bound the names of my ancestors to the Codex Skate, and thus was the keeper of the names of our line. He fought the family's curse, tried to safeguard our names. But his battle was lost, and he became the worst of them. The Scrivener is powerful. I do not wish to face it, even if it is only bones and magic. Please, kill him quickly. Let us be quick. Да у него миллион хп.
Stay focused. Now that the Scrivener is dead, it is safe for me here. However, I was expecting this place to be in better condition. Well, I suppose this is what happens to a library after a few centuries of neglect. Ah! But here is the Codex. Keep them off my back while I find my name. Let us be quick. To the Codex Scape. Yes, I added my name. I will explain later. No time now. Hurry. We must find my birth candle and finish the ritual. Let us be quick. Oh, it down. И таких квестов полно в этой игре. Должен сопровождать идиотов. I must find my candle amongst these. It will not be long now. Stay quiet. Ну, где враги? It is no longer here. My birth candle has been taken from its holder. It has been taken, so I cannot complete the ritual. If I cannot extinguish the candle's flame, then I will only have a short time before the monsters reach me. The first must have taken it. He is the progenitor, not like the others, for he has never truly died. Yes, the hunger consumes his soul, but his body still lives. His tomb should not be far. Please, warrior, I must be free of this all. Help me reclaim that candle. Not far from the candle room, there is the family sepulcher. That is the resting place. Let us be quick. Окей. Первый будет с нами разговаривать. It's him. You must be a fool to follow Faetir around under false pretenses of some family curse. There is a curse only on Faetir's ancestors. Not Faetir himself, nor is he being hunted by us. This ritual of his is not to free us from the curse. It is to take control of his ancestors and raise them as his personal army. If you do not believe me, you can go ask Faetir yourself. But if you give him to me, I will be able to release my family from this curse. Но он, по-моему, правду говорит. Faetir will not give in easily. I will need your assistance in slaying him. Thank you for freeing my ancestors and myself from the curse. We will finally be at peace. In return for your wisdom, I offer you what little I can. The Scaths amassed much wealth in life, and it is useless to us now. Our tombs carry the gifts for you. And now I rest. Где гробница? Может, это и есть гробница. О, неплохо.
три сундука. У нас есть тут дверь. Не знаю, куда она ведет. Наверное, быстрый выход. Нет, завалено. А, может быть, это третий сундук из тех, что... Мне нужно найти 5, то есть еще где-то на улице там 2. Но можно получить благословение. В любом случае, гробница, возможно, где-то тут. Но... ХЗ. Ключ у меня есть, а чего? ХЗ. Ну да ладно. Не знаю, что тут за дары, но какой-то колпак синий мы достали. Уже неплохо. Ага. Может быть, вот это. Тут много золота. Так, магия. Реликвия. Я бы вот это золото взял бы. Дайте мне это золото. Все не собирает, это непонятно. Доспех поборника, что это такое? По виду неплох, и даже по стату, ну, по броне. Примерно как моя синяя, только зеленая. Так, ладно, нам валить отсюда надо. Ну что ж, это было достаточно быстро. И враги появились. Везде, везде, везде. Что это? Так, посетить хранилище. Ну, я даже не знаю. Как же мне не хочется туда идти. Так, посмотрим, карта мира. Тут мы сейчас находимся. Я думал пойти сюда, потом так. Ну ладно, двинемся в хранилище, раз уж оно открылось. Посмотрим, что там. Я надеюсь, там не так уж и много. Relics stolen from our vaults, and they send a single pledge shield. Have they gone completely mad? Who knows how many like it were in that vault, and how many stolen already? Let's go in. We'll see what we find there. You'll see in a moment. The outer doors are open, but that's no concern. It's the inner door that's always locked. Only Grian has that key. Come. Кто такой Грайан? Я не видел никакого Грайана. Наверное, надо было полечиться. Pages, are these the same ones from Brigand Hall? You there! Stop at once! Yeah.
гребаные маги. Сила. I found this in the leader's hand. It's the key to the vault. Or maybe a copy of it. Can't tell for sure. No knowing how many times they've been in here when they knew I wasn't about. We were lucky to come when we did. Return to Helmgard. Gry and Shane won't like this, but he'll have to hear of it all the same. I must report to Gryan immediately. Meet back at Helmgard, please. Посмотрю, что тут есть. Это, по-моему, все же квесты за гильдии. Но, может быть, и нет. Может, мне кажется. Клинки жжения. Ой, к черту, отмычек и так мало. Тяжелая дверь. Так, труп надо будет обыскать. Я думал, хранилище оказалось не таким уж и большим. Значит, у нас уже есть шанс попасть в новую локацию. Смотря, куда нас отсюда пошлют. Ну, если пошлют, туда сами пусть и идут. You're here. I've taken the precaution of jailing Gwyn. A bit heavy-handed, I know. But this is a serious matter, and only necessary until we've cleared this up. That vault was hers to watch over. This can't help but put her under suspicion. Well, on the one hand, she was always consumed with all that dusty history. And it just doesn't seem like her. Fact is, if not Gwyn, someone helped those mages get in. But who and how? She never mentioned a key. Withholding evidence as well. The girl brooded so. Suppose I'm not surprised. I do want to know what became of that key. Well, what news? Отвали от меня. Что-то я немножко так не догоняю. Куда мне тут? Гвин. Вот это что ли? Welcome. Клетка прямо в здании гильдии. Интересно. Tell me you believe I had a hand in this. After all you've seen, this is a nightmare. I do, but I blame the Warsworn leadership so much more. After my parents, after all my warnings. What's the saying? They who ignore the past are fated to repeat it. But Gryan would rather sweep this under the rug. That is why I'm here. My parents were loyal Warsworn, but the Order turned its back on them. They would not help, let alone... Forgive me. I am not used to talking of such things. You will surely face more of those mages. In my strongbox by my bed, you will find a ring of mothers.
I want you to have it. The key! God damn it! He was in such a rush to throw me in here, I forgot. Take it. Show it to Grime. If it is a copy, I know a master locksmith in Tyrion's Rest who might be able to help. First, speak with the Castellan. If the key is a copy, then you must seek the master locksmith in Tyrion's Rest. Веселые детективы. Pledge shield. What's this now? A key found among the vault intruders. I see. Well, I can say for certain that it's not the original. That was the first thing I checked after you went off to the vault. Ah, yes, the gnome, Tarion. He'd know something of how this was done. Did Gwyn suggest this? She always did have a head for these things. Although, if she's behind this, the gnome could be a trap. Be wary, Pledge Shield. Да боже мой, почему все внутри? Я уже хочу выйти отсюда. Сейчас появится слесаря убить, наверное. А я кольцо взял? То есть это ее комната. Ну, куда мне? Где наш слесарь? Ну ладно, слесаря нету. Тут у нас локация открыта, но ничего мы не брали из квестов. Поэтому, возможно, можно открыть вот эту локацию. Она как раз очень близко. Попробуем пробежаться и открыть какую-нибудь локацию там. Стоп. Внутри имеется задание почему-то. Почему? Что за бред? И оно исчезло. Мне кажется, что там не было слесаря, а там был сундук с парой вещей. И сейчас опять появилось задание, но слесаря там нету. Да, пошли они в жопу. Чтобы пройти через забытые равнины, наверное, кого-то убить придется. О, давно я не видел спрайтов. Куда вы летите, тупорылые? Вот говно, что это за твари всегда в проходах тусуются. Этого ущелья протащу.
Ну, не так и плохо. 4 отмычки. Давно не находил отмычек. Просто шикарно. Вот зачем отсюда спрыгивать? Эпичнее. Ну да, конечно. О, какие-то тролли. Ну, не тролли, но тролль точно. Давай, горный. Достаточно тяжелый. Ух, 1200 опыта. И зелье вернул. Хоть что-то. Так, что тут у нас есть? Вернуть обручальное кольцо. Пещера, куда я не могу попасть. Надо сюда добраться. По идее, это городок. Я взял. А это, видимо, одно и то же, что мы до того взяли. Мудрость там кого-то. Так, ну что ж, наверное, на этом месте закончим. Продолжим в следующей части. Добрались до маленького лагеря. И будем открывать эту локацию понемногу. Уже одно задание есть, и бухта есть лютая. Так что что-нибудь тут будет. А потом, может, и это пойдем. Ну, не знаю, успеем ли мы за одну часть, наверное, за две, но в любом случае. Ладно, всем удачи, пока, увидимся.